В связи с предстоящим днем города администрация курорта предлагает сочинцам принять участие сразу в нескольких конкурсах. Управлением культуры объявлено 3 конкурса. В силу того, что в этом году мы празднуем День города под лозунгом «Твой день города», поэтому мы хотим, чтобы максимальное количество наших горожан и гостей города приняли участие, празднуя этот замечательный праздник. Первый конкурс ко Дню города поэтический. Его проведут в 2 номинациях – авторское поэтическое произведение о Сочи и художественное чтение произведения о курорте. Лучшие произведения конкурсантов будут опубликованы в сборнике стихотворений о Сочи. Всю информацию можно узнать в центральных библиотеках. Второй – это выставка-конкурс «Лики старого Сочи». Выставка будет экспонировать предметы культуры и быта сочинцев и фотодокументы о жизни горожан в разные периоды. Лучшие снимки Сочи, присланные в адрес организаторов, будут размещены на разных площадках города. Фотографии принимает Музей истории города в электронном виде. И еще один конкурс – это фестиваль авторской песни о Сочи «Любимый город». Заявки на участие принимает творческо-методический центр на Дагомысской. Заявить о себе в рамках всех 3 конкурсов можно до 6 ноября. Итоги подведут в День города. Подробнее о конкурсах можно узнать на сайте Управления культуры и на страничках управления в соцсетях.